Друзья мои, этот видос я записываю как инструкцию для тех, кто пойдет на мои экскурсии, чтобы ее просто потом кидать в ответы на многочисленные вопросы, которые, безусловно, возникнут. С 1 мая 2021 года все оплаты будут производиться онлайн. И это будет, соответственно, подачное мое ИП, ну и понятно, для чего я это все делаю. Точно так же, возможно, вам по ряду вопросов будет писать мой ассистент, небезызвестный вам гид в шляпе, потому что если я этим всем начну заниматься, я просто чокнусь. Как это теперь будет происходить? Вы заходите на сайт, выбираете экскурсию, соответственно, оплачиваете ее, вам приходит уведомление в виде электронного письма. Это и есть ваш билет. Если вы не можете прийти, вы, соответственно, можете написать, и вам будет полностью возвращена стоимость. Точно так же вы можете после экскурсии приобрести книги. В дальнейшем появится такая же опция на сайте купить книгу после экскурсии. Пока ее не появилось, будем решать этот вопрос черным налом, да, но мы над этим, собственно, думаем. Анонсы по-прежнему будут появляться и в ВК, и в Инстаграме я буду об этом информировать, но уже не надо будет записываться нигде. Вы будете видеть на сайте, потому что в ВК там будет общая информация, и, ну, это еще одна площадка, кому удобно, там можно задавать всевозможные вопросы, но когда вы будете заходить в карточку товара той или иной экскурсии, вы будете видеть, сколько осталось, соответственно, билетов, и для меня это проще, потому что я, наконец, начну понимать, сколько реально придет людей. Я, опять-таки, прекрасно понимаю, что есть факторы здоровья, погоды, человеческой лени и просто долба-долба, да? Но ничего страшного, я думаю, что мы это все преодолеем и со всем этим справимся. Точно так же напоминаю, что если у вас какая-то сложная финансовая ситуация, ну или еще по каким-то причинам вы хотите прийти ко мне на экскурсию, но не имеете возможности ее оплатить, вы можете это сделать бесплатно. В том случае, если вы меня заранее предупредите об этом. Я не банк и не Киркоров, поэтому пользуйтесь. Просто бывают случаи, когда действительно прям аншлаг, и я могу вас попросить прийти просто на другой тур. А так, пожалуйста, многие этим пользовались даже годами. На сайте есть рубрика «Анонсы», «Расписание экскурсий». Там сетка Google календаря со ссылками на описание каждой экскурсии. И там вы, во-первых, можете посмотреть, что за экскурсия, где она начинается, о чем она, где мы собираемся, сколько стоит любимый вопрос и все остальное. И там же будет ссылка на оплату этой экскурсии. Соответственно, если вы попадаете на страницу расписания анонсов, то вы, собственно, вооружены и прочее. Но если вдруг вам что-то непонятно, если, ну, не дай бог, конечно, но если все-таки будет глючить система, вы можете опять-таки смело писать Ирине, либо мне, и на все ваши вопросы будут, надеюсь, даны исчерпывающие ответы. Собственно, я думаю, теперь все будет четко, ясно и понятно. Ежели вы ненавистник каких-то там онлайн-платежей, ну окей, приходите с налом, я, естественно, его от вас приму, как бы, что делать. Но я все-таки надеюсь, что основной поток пойдет теперь официально, и от этого будет проще всем. Вам, мне и, собственно, государству и нашим любимым службам, всевозможным контролирующим. На этом в данном случае все. Почему у меня такие красивые глазки сегодня? Да просто вчера я выступал на одном прекрасном мероприятии перед прекрасными девушками, а когда приехал домой, выяснилось, что у меня нету никаких средств снятия макияжа. А мылом это не смывается. Поэтому сегодня даже на экскурсии я был такой, и мне даже делали комплименты о том, что как мне идет мейкап. Я вот подумываю, может мне наконец стать более открытым этому миру. Все-таки 40 лет уже было, пора переключаться.